Я был их первенцем. Они обошлись со мной как с дерьмом. Но человеческая природа пугается необычного. Всем привет, друзья, с вами Чапаев. И сегодня у нас вновь будет Бэтмен, но на этот раз Бэтмен Returns, который был сделан по одноименному фильму Тима Бёртона «Бэтмен возвращается» 1992 года выпуска. Кстати, данная часть является последней игрой на Сеге по серии Бэтмена, которой еще до сих пор нет на канале. Что ж, исправим это дело. Правда, за прохождение была взята не обычная версия, а Sega CD, так как она намного лучше, динамичней и содержит интересные новые уровни с поездками на Бэтмобиле. Да, если вы думали, что впервые нам дали поуправлять им в Batman The Dark Knight, то нет, это было возможным еще более 20 лет назад. Ну и плюс это абсолютно та же сеговская версия, но с дополнительными уровнями и полностью переписанным саундтреком, который получился в разы лучше, ну лично на мой взгляд. Если обычная версия для меня была весьма посредственной, то версия Sega CD мне очень даже понравилась. Поездки на Бэтмобиле и вправду получились очень драйвовые и интересные. И да, на Super Nintendo тоже есть Batman Returns, но совершенно другая игра, которая из платформера перекочевала в вполне годный битэмап. В будущем и до нее обязательно доберемся. Ну и в завершение скажу, что пройдено без потерь жизней, показано множество секретов и была собрана целая куча дополнительного оружия. Всем приятного просмотра. Все меняется. Мяу. Улицы Готэм Сити. We'll be right back.
Готэм Сити. We'll be right back.
«Зимняя сказка».
Страна чудес Шрека. We'll be right back.
Пределы города.
Цирк «Красный треугольник». Thank you.
канализация Готэма.
Канализация.
пещера пингвина.